Прокуроры Барышского района заступились за животных. Служителям Фемиды стало известно, что на одном из интернет-ресурсов пользователям предлагают издеваться и лишать жизни кошек. Вход на страницы данных интернет-ресурсов является свободным. Предварительная регистрация и пароль не требуется. Сведения, размещенные на указанных интернет-сайтах, нарушают требования действующего законодательства, предусматривающего защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В связи с этим прокуратурой района были направлены в суд два административных исковых заявления о признании информации, содержащихся на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Указанные административные исковые заявления на сегодняшний день удовлетворены в полном объеме.